Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется семинар по теме «Практика Верховного суда по налоговым спорам за 2014 год». Представляет семинар Юзвак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Обратимся к слайду с планом. Как видите, план будет состоять из общей характеристики вопросов первой части налогового кодекса, НДС, налог на прибыль, земельный налог, споры о добросовестности и ошибочные позиции. В целом, в рамках плана также хотелось бы сказать и об актуальности настоящего семинара. Как известно, в августе 2014 года функции по надзору за системой арбитражных судов были переданы Верховному суду, который успел, соответственно, в 2014 году проработать 6 месяцев. В рамках этого времени было принято достаточно большое количество актов, и по ним можно судить о позиции Верховного суда по тем или иным вопросам налогового права. И, соответственно, понятно, чтобы оценить налоговые риски при принятии тех или иных хозяйственных решений, то необходимо знать эту практику. Также понятно и то, что знание этой практики поможет более точно определить перспективы судебного разбирательства по тем или иным налоговым спорам. Хотелось бы также отметить, что несмотря на то, что семинар в большей части будет касаться практики 2014 года, но будет делаться мостик и к практике 2015 года.